Друзья, это Music Mag TV, мы на выставке Superboost 2019 в городе Берлине. А тут, естественно, очень много всего, и вот сейчас мы оказались в такой небольшой комнатке, закуточке, где представлена такая компания, как Special Waves, французы, итальянцы, не прошу прощения, которые представляют вот такой довольно интересный мультирежимный контроллер, называется Mine. На данный момент это бета-прототип, уже в ближайшее время он пойдет, так сказать, в серийное производство. Вот на данный момент они уже запустили кампанию на Indiegogo по сбору средств. Однако, прежде чем вас туда приглашать, давайте немножечко расскажу, что из себя он представляет. Ну, вот видно, что это модульная конструкция. То есть вот эти штуки отсюда вынимаются, переставляются. Вот тут вот специально есть такие две такие хренюшки, так их назовем по-русски, да? Вот так вот они вставляются сюда. И любой модуль можно таким образом из конструкции извлечь. Вот так вот я его извлекаю. Что самое интересное, естественно, каждый из них вот с помощью вот этого вот эдитора программируется на передачу любых типов данных. Здесь есть Control Change сообщение, есть HID, которые позволяют какие-то шорткаты туда запоминать. Вот, например, давайте сейчас я вам Ableton покажу, да? Здесь есть фиолетовая кнопочка, вот эта зелененькая кнопочка, она активирует режим MIDI-мэппинга, который обычно активируется через сочетание клавиш. То есть вы можете к этим кнопкам прилеплять какие-то сочетания клавиш или функции мыши, что тоже довольно иногда полезно бывает и интересно, да? Помимо этого, естественно, стандартное Control Change сообщение сюда клеится. Сюда клеится сообщение для управления светом. Ну и вот так тому подобные штуки, короче говоря. Хранится, еще раз я повторюсь, это все в самом модуле. То есть если мы откроем эдитор, и я, например, поставлю сейчас его вот сюда вот. Сейчас мы их отсюда вытащим. Вот таким образом я в другое место его вставляю. И здесь, в эдиторе, он появится именно в том месте, вот где я поставил его, вот здесь вот. И вся информация, которая вот на нем была назначена, то есть все, вот в данном случае это Control Change 121, также будет работать. Вот сейчас это, например, управляет посылом А на, ну, в Эйблтоне. Вот такой интересный контроллер. Ну, естественно, старт-стоп. Можно использовать какие-то кроссфейдеры, как угодно ставится. Можно так ставить. Безупорные ручки, пэды динамические с функцией автотач, кнопки, поворотные энкодеры без индикации, поворотные энкодеры с индикацией. Ставьте туда то, что вам надо, и получайте свой контроллер мечты. На данный момент все это работает только по функции MIDI-мэппинга, то есть вот здесь вот мы, ну, опять же, можно вот так, да, включить. Должны руками назначать. В будущем господа из Special Waves обещают нам предоставить Control Surface, то есть подготовленные скрипты для управления какими-то, ну, программами, то есть готовые решения. В частности, например, скрипт для работы с Ableton Live, другими DAW. Вот это все обязательно будет. Ну и, собственно, вернемся обратно к теме с Indiegogo. Если вас тема таких вот контроллеров интересует, то прекрасный сейчас момент для того, чтобы их приобрести, потому что на данном этапе, когда еще не до конца готова программная часть, но аппаратная уже окончательно готова, вы можете по достаточно вкусной цене все это купить. 285 баксов за весь набор, то есть за базу и за кучу. Вот там входят поворотные энкодеры, кнопки, пэды, такие вот как бы фейдеры, да, все это идет в комплекте, вы покупаете, и в будущем все это, когда будет окончательно уже допилено, получаете готовый продукт. Вот такая штука. Я не знаю, по моему мнению, как бы вот такие мультирежимные контроллеры, это довольно прикольно, и несмотря на то, что, конечно же, все равно будет на первом месте у нас продолжаться, точнее, ну как сказать-то, топчик будет все равно принадлежать таким контроллерам, как Ableton Push там и прочее, да? Есть всегда недовольные ребята, которые говорят, нет, мне это не подходит. И вот если вы один из них, то обратите внимание, может быть, это именно та штуковина, которая вам позволит собрать тот контроллер, о котором вы мечтали. Вот, ну и, собственно, на этом все. Давайте посмотрим, как он работает чуть-чуть. Да, Миша? Посмотрим, как он работает чуть-чуть. Нам продемонстрируют сами замечательные итальянцы из Special Waves. И пойдем дальше, не переключайтесь, на связи, йоу-йоу.